Еще одна посылка из Китая. Добрый день. Адрес не отслеживалась. Посылка. Но я положу. Можно было пробить, что это такое. Это сеточка в раковину. Вроде мелочевка. Но решил заказать в Китае. Стоило $1. Я скажу, сделано хорошо. Металл крепкий. Не жестяночка такая тоненькая. Да и сеточка нормальная. Дошло, наверное, 3 недели где-то. Материал хороший. Брать можно. Тем более за такую цену. В принципе, наверное, и у нас можно за такую цену. Не знаю. Взял в Китае. Спасибо за просмотр. Всего доброго.